Дмитрий, почему вы отдыхаете в Сочи? Я люблю страну свою. Алексей, а вы почему отдыхаете в Сочи? Я истинный патриот. А вы, Сай? Я потому что тоже патриот, люблю свою страну. Я поддерживаю экономику нашей страны, потому что мне моя страна дает... Лучше здесь деньги тратить. Дает заработать. Да, поэтому я здесь и трачу их. Я поддерживаю нашего производителя. Молодцы, конечно, я здесь был 10 лет назад. Здесь такого не было. Да, я был очень вчера приятно удивлен, когда увидел все эти новые строения, гостиницы, сервис, маленькая кафе, Швейцария. Рестораны. Да, маленькая Швейцария. Я не был, конечно, в Швейцарии. Но я тоже не был. Спасибо, Володя! Да, спасибо, Владимир Владимирович, вам за это. Мы горды. Мы горды, да. Цены, хочу сказать, хорош. Дешевле, чем в Хвалынске. Дешевле, чем в Саратове. Дешевле, чем в Саратове. Сколько стоит у нас отель? Просьба повлиять, да, как-то на наше ценообразование в городе Хвалынске, а именно на Валерия. Валера. Рады. Он же видео снимает. Лёх, потом будем выкладывать, нет? Да, можно выложить. Ну все, я думаю, мы же свободная страна, у нас демократия, да, мы говорим то, что мы думаем. Поэтому. Говорим, как есть. Должно как быть есть. Везде так, как здесь. Да. Это минимальный уровень. А у нас ввели, получается, монополию, и нам приходится бедным сиротам ездить по Сочи. Ну вот типун тебе на язык, сирота ты. Да. Не дай бедным бог. Так, ну что, погода вообще шикарная. Вот мы едем, просто такая тишина, лес, солнце, снежок, воздух. Да, вот так вот даже сделаю, чтобы было видно, как мы едем. Здесь сейчас мы будем спускаться, покажи. Да, вот тут будем спускаться мы сейчас. Шикарно. Шикардос. Ну все. Всем привет. Да, не завидуйте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Как говорят на YouTube.